Образец гражданского человеческого служения обществу. На 76-м году жизни скончался почетный гражданин Тверской области Иван Райдур. В 2005 году он был избран в законодательное собрание региона, где возглавлял комитет по бюджету и налогам. За свою более чем 40-летнюю профессиональную деятельность экономист был удостоен множества наград и званий. Прощание состоялось 2 марта в здании Тверского драматического театра. Великолепный экономист, прекрасный руководитель, любимый наставник. Так отзываются об Иване Петровиче Райдуре те, кому довелось с ним работать. Свою карьеру он начинал контролером-ревизором областного министерства финансов РСФСР в 1964 году. Прошел путь от рядового сотрудника до руководителя. После этого в непростые 90-е возглавлял финансовое управление администрации региона. Департамент финансов Тверской области занимал пост первого заместителя губернатора. И везде об Иване Райдуре вспоминают как о грамотном и талантливом специалисте. Это человек, который не просто много сделал для экономики нашего региона, который достойно вместе со своими коллегами прошел этот переходный период. И это та плеяда людей, о которых можно говорить, что эти люди жили и работали у государства, с государственным подходом. В 2005 году Иван Райдур был избран в законодательное собрание Тверской области, где продолжил курировать финансовые вопросы, возглавляя комитет по бюджету и налогам. За свою профессиональную деятельность Иван Петрович был удостоен множества наград и званий, в том числе звания почетного гражданина Тверской области. Экономиста не стало 29 февраля. Иван Райдур скончался после тяжелой болезни. Прощание с ним прошло в понедельник 2 марта в здании областного театра драмы. Проводить в последний путь своего друга и коллегу пришли десятки тверитян. Очень тяжелые минуты сейчас. Тяжелые минуты прощания с нашим другом, с почетным гражданином Тверской области, с кавалером всех наград, которые у нас в регионе есть. Но самое главное, это тот человек, которого нам всем будут не хватать. По имеющейся у нашего телеканала информации, Иван Райдур будет похоронен рядом со своей супругой.